Здравствуйте! Вы находитесь на канале Там Музыка. Меня зовут Ирина Богатырева, и я, как всегда, рассказываю о новых инструментах, которые появились у нас в магазине. Накануне новогодних праздников к нам приехали варганы Сергея Пыжова. Это вот такие вот замечательные инструменты. Если вы давно играете на варгане, вы наверняка о них слышали и их знаете. Это инструменты, которые хорошо уже себя зарекомендовали. Это узнаваемые варганы. У них форма, которую разработал сам Сергей. Можно сказать, это такая авторская форма, узнаваемая, с очень характерным кольцом. Это даже не кольцо, это вот такое вот в форме арфы, можно сказать. Все варганы этого мастера очень хорошо сделаны. Во-первых, они прекрасно полированы, очень красивые. У них хорошо заточен язычок, и он правильно подогнан во всех плоскостях. То есть у него очень хорошая геометрия. Вот. И, соответственно, это варганы, которые в основном можно использовать именно для мелодической игры. Но вот у меня сейчас в руках низкий, да, большой инструмент, и инструмент средний, нота ми и, соответственно, нота соль. Как вы услышите, я сейчас поиграю, и вы это услышите. Низкий инструмент тоже обладает мелодическими возможностями. Если вы хорошо умеете использовать прием на дыхание, он очень отзывчив. У него язычок достаточно податлив, но тем не менее он не заводится, то есть он все-таки держит вот такой правильную форму звука. Что же касается высоких инструментов, ну в данном случае это средняя, да, скорее нота ми, то можно то же самое сказать. Они очень мелодичные, в них хорошо подобраны все обертоны, вот, ну и на них можно играть, в принципе, в любой технике, если вы предпочитаете, например, что-то другое. Ну, я сейчас поиграю, вы это все сами услышите. Играйте на варгане, подписывайтесь на наш канал.